Вот мы с братом Виктором выехали на трассу, на основную, на асфальте именно, на Ниве у Игоря Барбаша. И вот подъезжают как раз те, которых мы встречаем. Александр Марусенко, с ним находящийся. Да, вот тоже вариант очень хороший. Да, я сейчас подумаю. Встречайте. Миром. Вот они подъехали. Мир вам. Мир вам. Да, дорогие. Николай Кручина сейчас звонит. Виктор. Ну, Володя. Вот за нами УАЗик. Мы его обогнали. Тут только УАЗик может. И Нива. Все, газель не пошла. Его увидно красиво. Значит, брат Николай предлагает следующее. Звоните с Володей. Миром. Вы поедете. Володя дорогу знает. Да по нашим следам. А я поеду с вами вокруг, потому что я там знаю дорогу, он не знает. Вот это вот лучший вариант. Ну, давай, мешки тогда давай. Сейчас мы сюда уезжаем. Разведка. Все, одно не говорим. Так, тогда Виктор, нам поближе подъехать надо, да, сюда? Ну да, 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 поближе лучше. Может, так, задом. Тогда я сейчас задом. Да, он сейчас дам. Да, я сейчас дам задом. Наконец-то мы, дядя, вживую тебя увидели. Я такой же, как и вы, из крови и плоти. Ну да, не, ну я следил. Нас по телевизору же не показывают. Да, вас-то не показывают. Тебя-то показывают. Вот они приехали на крещение. Основной там сахар тяжелый, поэтому это сперва на мыть, это потом сверху не будет. В Кулунду правильно, нет направления? Виктор, в Кулунду правильно они едут? Он спрашивает. В Кулунду? Да, в Кулунду. Вроде в ту сторону. Да, да, в эту сторону. Вот. Говорит о том, что на русских дорогах лучше ездить на русской машине. Это предназначено для этих дорог. Тяжелые мешки все, да? Да. Больше не будет. Так, нет, да. Там поддерживаешь. А у него дверка-то хоть захлопывается у Игоря? Что-то я видел, он ее даже не захлопывал. Да дверка захлопнется. Захлопнется. Так, может быть, сапоги надо. С
Шбами, да. Ну, можно так. А то здесь, а, не, не все, вот, пригодится, все давай. Здесь придумал, надо было больше. Да, все, вот сапоги сразу одевают. Сапоги надо одевать, да? Нет, я вот... Да, да, ну, сапоги Александру. Да, да. На передовой. Давайте хлеб тогда на это. Так, давай, у тебя 44 были? Да. А мои 42 были. Ага. Один мешок. Че, не ходит, да, давайте? Да. Ну, мы с братом поедем. Да, с Божьей помощью. Давайте, Господи, забрали. Ну, мы тоже? Да. Ну, все, да? Так, Виктор, с нами кто поедет? Я поеду. Я сейчас посоветуюсь, какой дорогой он. С барабашом он говорит. Пока закрываем, да? Да, не капало. Брат, а там еще масло наперед поставили. А, ну надо убрать тогда, по Володе-то, чтобы сесть. Ну да, ну, мне так, да. Да, или может быть вам побрить. Да? Можно из коробок вытащить и взад положить. Вон, застряли тоже. Александр ездил на Ниве? А? На Ниве давно ездил? Я даже на Ан-2 летал сам. Все хлеб-то не в руле, а в колес. Понятно. Тут далеко? 16 километров. Ага. Ну тут главное. Мы же подсюда едем. Да, да, прямо подсюда. Ну что, барабаш советует. Вот сядь. Сядь. Ну на Неве, утаскивай. А там, а тот, там поверху, дело в том, что поверху там тоже дороги, ну, получше, конечно. Там, видите, она вверху не так сыро, здесь-то пониже. И там по суше, как бы они. Тоже там грязь, сейчас все для разбора. Вот, и он советует, чтобы вы вместе не наехали. Сейчас на ней впереди, а вы по нашей колее попробуйте. Просто, чтобы не забыли. Вот надо спросить вообще. Ну если опыт, просто Игорь не знал. Он здесь он не пойдет вообще. Игорь Барабаш советует за него ехать. Да. Здесь не пойдет. Если что, то дернул. Я видел, Владик, как ехал, я не поеду туда. Да? Не, он не пойдет. Ну, поехали, он сунется сразу. Я с вами тогда поеду. Надо лопату это, еще забрать, Виктор. Вот, вот это блокировка. Ага. А это пониженная. Ну, ты же не пользовался сейчас. Ну, сейчас не пользовался, но вдруг. А сейчас она прижата, она лучше будет. Ну, да. Ну и этот, вот этот воздух же, да, как я понимаю. Подсос, да, я убрал его. А, то что-то я его раз, оно у меня глохло. Ну так, все. Я сейчас убрал сейчас. Все остальное так работает. По-русски нормально. Ну тогда... поехали, брат. На лопату, брат, еще лопату не положили. Да. Сейчас поедем. Ну как вот не добрались, с Божьей помощью.
поехали. Все. Сейчас я их. Давай. Пускай поезжает, я их сниму. Погрузят нас. Погрузят. Если что, будем звонить. Ладно. Мы сейчас верхней дороги, мы через Корчину поедем. Угу. И если нужна помощь, то придется. Конечно, вы-то вперед приедете, выгрузите, там согласуешься на то. Ну, я понял. Может быть, пока на мой домик, а потом на лабушку. Там единственное, что рыбу надо мне куда-то определить, она тает, чтобы... Ну, мы сразу туда, в лагерь. Она же была колеса. Все, едем, да? Ну, все. Все. Иди туда. О, как он идет, да. Вперед. Все, с Богом. С Богом. Ну все, слава Богу за все.